Сегодня 51 день, начал выход свой. С утра испил березового сачку, который накапал. Хоть понемножку, но уже идет. И вот сейчас подготавливаю прорубь, которую я уже начал прорубать, но не хватило тогда сил. Вот тут ее потихонечку долблю. Уже более такими мощными средствами кусочек отколол. Какой у нас еще ледок тут толстый. Это будет, наверное, не так-то просто еще. Вот, отправим ее в плавание. И следующий кусочек. Похоже, придется частями все это. Сейчас нырнешь туда вместе с льдиной. Это большое. Вон лебеди летят. Приблизь. Не знаю, получилось или нет. Прилетели. Красавцы. Летают. Все, на следующее озеро полетели. Ой. Не хочет. Но все же мы не привыкли отступать. Нам утопить его поможет. Ой. Я стал очень легкий. Он какой толстенный лёд. Марго скользит. Иди, 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 иди. О. Всё, поплыл. О. Ну, это ещё можно. Да вот опять, какая прелесть. Вон какая толстенная штука. Фу. Ну это пускай уже будет. Ну вот, ванна для омовения готова. Сегодня ночью было довольно-таки холодно, все железо замерзло. Прилипает немножко к рукам.
что, надо окунуться. Первый разок за столько дней в водичку. Ты меня так не в полный рост снимай. Ну, не в полный, конечно. Ну, не люблю я купаться в одежде, в трусах именно. О! Блаженство. О! Сейчас тело просто впитывает все это. Обалдеть. Вода такая прозрачная. Вода прозрачная, холодная, живая, как и все на этой планете. Даже коронавирус живой. Ну, I'll be back. Ай! Сказал он, это хорошо.